Теплая одежда, обувь, посуда, детские игрушки. Все эти пакеты и коробки уже через сутки будут в Иркутской области. Только вдуматься, 34 тысячи человек там остались без жилья, мебели, техники, элементарно без одежды и еды. Всю неделю жители Барнаула, Новоалтайска и Бийска приносили постельное белье, подушки, консервы и крупы. На сегодня, ну, коробок до 20, до больше. Самая необычная вещь, которую передали барнаульцы – свадебное платье. Возможно, кому-то пригодится и оно. А вот куртки, детские вещи, продукты питания – все это обязательно найдет своего хозяина. Кстати, фуру от Барнаула до Иркутской области оплатил алтайский предприниматель. Стоит перевозка недешево – порядка 100 тысяч рублей. Удалось нам собрать порядка 25 кубов гуманитарных грузов. В килограммах посчитать сложно, потому что здесь и постельное белье, и одежда, и продукты питания, длительного хранения, и крупы различные. То есть килограмм посчитать сложно, мы этим не занимались, потому что сам объем гуманитарных грузов, который приходил за все это время, он достаточно большой. Сегодня ночью эта фура отправилась в Иркутскую область, в городе Тулун. Машина будет через сутки. Если гуманитарная помощь от Алтайского края потребуется еще, волонтеры готовы устроить вторую волну сбора помощи. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.